33 спортсмена Чувашии подозреваются в употреблении допинга. Отдел расследования РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ республики, сообщается на официальном сайте организации. Открыть дела за применение допинга планируют против 33 спортсменов. Среди них 17 легкоатлетов, 5 велосипедистов, 3 самбистов, 2 биатлонистов. По одному из спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок и 2 паралимпийца. Эту информацию мы только сегодня вот получили. Но завтра, если мы в 8:30 собираем всех директоров школ, обсуждаем эту информацию. Вот, если какие-то новые факты будут выявлены или что-то в этой части, то, естественно, будем обсуждать и принимать какие-то меры. Ну, в части нашей мы открыты для всех проверок, для всей информации. В своей части мы гарантируем предоставить любую информацию по этим спортсменам и всевозможную делать помощь по расследованию этих антидопинговых дел.